Начало учебного года должно быть действительно радостным. Общественная организация «Колыбель» уже не первый раз устроила праздник для тех, кто совсем скоро отправится в школу. В этом году сразу 100 подопечных «Колыбели», дети из многодетных и нуждающихся семей, пойдут в первый класс. Откликнулось из тех, кого мы обзвонили, порядка 70 семей, у которых работают телефоны, которые вышли на связь. И мы этих детей пригласили сегодня на вручение им подарков, сделали для них праздник. Такой праздник мы стараемся делать ежегодно. В прошлом году мы смогли даже купить каждому ребенку ранцы, но было намного меньше ребят. На этот раз будущие школьники получили большие наборы канцтоваров. Доброй акции присоединились Департамент соцзащиты, Дом национальности и общественная организация «Двуглавый орел». Конечно, мы удивились, что нас позвали. Нас не очень баловали государство, скажем так, вот помощью какой-то. А тут нас пригласили, мы обрадовались, приехали с семьей. Получить подарки 1 сентября. Мы идем в первый класс, Маша и Даша у нас девочки. И вот мы очень рады, что нас пригласили, и мы идем, и поддержка нам это очень важна. По мнению организаторов акции, дети должны запомнить начало нового, интересного пути в мир знаний, как большой праздник. А родители мечтают, чтобы эта финансово затратная пора далась легче. Одно дело, когда в семье только один первоклассник, и совсем другое, если за парту садятся тройняшки. В такой ситуации любая помощь не лишняя. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.